цеху контрольно-измерительных приборов и автоматики Северского трубного завода 60 лет. 23 мая 1950 года было принято решение на Северском металлургическом заводе о создании на базе тепловой лаборатории цеха КИП и автоматики. В это же время была организована группа по ремонту приборов. Затем появились участки в термоотделочном и прокатном цехах. Начала работу учетно-контрольная группа, а уже в 1962 году создается метрологическая служба. По мере появления новых цехов и новых технологий, при них возникали службы контроля. Особый этап – строительство электростальплавильного цеха на Северском трубном заводе, где сегодня трудятся три бригады на самых главных объектах, внимательно наблюдая за технологическим циклом и выверенным ритмом жизнедеятельности сложнейшего производства электростали. Задача цеха КИП и автоматики одна – обеспечить бесперебойное и качественное работу приборов, которые участвуют в технологических процессах в цехах и заводах. Отличительное свойство киповцев – их профессионализм и высокая степень ответственности. Герман Медведев, ветеран войны и цеха, 35 лет исправно трудился в составе дружного коллектива. Прошел трудовой путь от слесаря до мастера. Говорит, здесь, в КИПе, меняется поколение оборудования, приходят новые люди, но остается прежним одно – добросовестное отношение к работе. Производство без контроля и автоматики невозможно. Вот я так считаю. И еще одно важное свойство деятельности киповцев. Они не только держат в полной боевой готовности приборы, отвечающие за технологию в цехах, но и за состоянием энергоресурсов. По словам главного энергетика Северского трубного завода Владимира Широкова, чем четче идет учет, тем стабильнее работает завод. А экономия энергоресурсов, которые ежегодно дорожают, становится наиважнейшей задачей. Работа киповцев незаметна, но именно она связывает все звенья большого завода в единое гармоничное целое. Эльмира Самухина, Александр Полищук, новости нашего города.